С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре большой набор инструмента. Это новинка от компании Top Tool. Артикул товара GCAI-130TO. Набор на 130 предметов. Очень хорошая комплектация в этом наборе. Дальше мы ее рассмотрим. Материал изготовления хром-ванадиевая сталь. Также здесь используется и хром-молибденовая сталь. Дальше инструмент буду показывать. Поставляется ящики из картона, это упаковочная коробка. Здесь перечисляются плюсы данного набора, ну, на английском языке. Производится набор на острове Тайвань. Так, это прокладка, которая ложится между двух крышек из поролона. И начнем мы с трещоток. Трещотки в наборе на 72 зуба. Два рабочих квадрата, 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. Рукоятки полностью пластик. Каждый инструмент в наборе, каждая единица имеет номер по каталогу. На рукоятках надпись Top Tool, сделана не краской. Это полностью отлиты рукоятки вместе с самим логотипом. То есть он не будет у вас стираться. Длина трещотки под 1,2 дюйма 270 мм. Маленькая трещотка 145. Трещотки с круговым переключателем. Право-влево. И также быстрый сброс, фиксация головки. Так, в наборе два воротка. Это шарнирный 350 мм. Здесь сама часть шарнирная на винте, то есть тоже она заменяется, если вдруг поломается, но это маловероятно. И Т-образный вороток, длина 250 мм. Два воротка в наборе. Так, далее две свечные головки. Свечные головки не на резинках, здесь идут на магнитах, что гораздо удобнее. Головки на 21 и на 16 мм. Два набора Г-образных ключей. Ключи Torx и шестигранные. По 9 ключей в каждом наборе. Сама эта часть открывается. И перечисляется на самом холдере перечисляется размерная сетка данных ключей. Два набора Г-образные ключи и ключи Torx. Молоток вес 500 грамм, длина 320 мм. Рукоятка деревянная. Так, набор выколоток и зубил. Здесь у нас указывает производитель CRMO, то есть хромолибденовая сталь. Так, дальше. Два кардана. Карданы скреплены на заклепках здесь. Для труднодоступных мест. Далее. Магнит. Ручка с магнитом. Общая длина в развернутом состоянии 650 мм. Попробуем мне что-то взять. Вот, пожалуйста. Так, дальше удлинители. Под 1,4 дюйма у нас 4 удлинителя. Так, достанем их. Один стандартный у нас идет 150 мм, другой гибкий 150 мм. Далее 75 мм. И самый маленький удлинитель идет 50 мм шаром. То есть вы можете работать ним. Сейчас наденем головку и работать можете под углом. Видите, как он ходит. Это очень удобно. В труднодоступном месте можно подвесить под углом, открутить.
Так, далее. Т-образный вороток еще один не показал. Это Т-образный 1/4 дюйма. Вот маленький квадрат. Вот большой 3 квадрат у нас. Два воротка. Т-образный шарнирный. И один вороток 1/4 дюйма под маленький квадрат. Так, далее. Набор бит. Биты 1/4 дюйма, которые идут уже с переходником, прессованные. Общее количество 11 штук. Размеры здесь, вернее, типа размера, это торксы и шестигранники. И имеем 3 биты под 1/2 дюйма. Вот такие вот большие. 3 шестигранные биты. Это 12, 14 размер и 17. Так, что еще у нас в нижней крышке? Набор головок. В наборе шестигранный профиль головок. Короткие головки и головки длинные. Начнем с коротких головок. Так, самый маленький размер. Так, достанем сейчас. Самый маленький размер в наборе. Это на 4 мм. Шестигранная. Вот маленькую трещотку. И самая большая головка в наборе на 32 мм. 6 граней. Вот этот ряд идет. Короткие головки, шестигранные. И головки длинные. 5 штук у нас под 1/4 дюйма. Вот ряд. И... под 1/2 у нас 7 головок. Самая большая у нас... самая большая в наборе на 19 мм. Это длинная. Далее, верхние крышки. Набор отверток. Общее количество 6 штук. 3 шлицевые и 3 отвертки крестовые. Так, отвертки у нас идут с магнитным наконечником. Так, клещи переставные, длина 250 мм. Рукоятки с пластиковыми накладками. Кусачки 160 мм. И пассатижи 180 мм. И большой набор комбинированных ключей. Общее количество 19 ключей. 6 мм у нас самый маленький ключ. И самый большой на 32 мм. Видите, они не полностью прямые. Они идут с рожком немножко загнуты вниз. Отличная полировка ключа. Логотип Top Tool 32 мм. Ну и код товара самого. Тику. 32 мм самый большой ключ. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 ключ, далее 30 и 32. И набор разрезных ключей, общее количество 5 штук. Вот. Ключи для трубопроводов еще называют их. Размеры 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Это ключи разрезные. Так, теперь попробуем закрыть крышку. Посмотрим, выпадает ли у нас инструмент из своих ячеек. Сейчас хорошо зафиксируем все. Все держится на своих местах. Материал изготовления хром-ванадиевая сталь. Кейс состоит из двух частей, соединяет две крышки пластиковая зависа широкая.
запирание набора на 4 пластиковые защелки. На верхней крышке у нас топ-тул, Professional Tool Set. Габариты самого кейса: ширина 58, длина 50, высота 9 и вес набора 15,5 кг. Такой вот большой, с хорошей комплектацией набор инструмента. Напоминаем, за подписку на канал вы получаете дополнительную скидку на данный инструмент. И также на Top Tool у нас действует бесплатная доставка инструмента. Ставьте лайк, спасибо за просмотр, до свидания.